Всех приветствую. Это продолжение темы о масленках. Точнее, о заправке для масленки. Для полного счастья мне не хватает еще одного такого приспособления. Сделать такую заправочку можно из корпуса обычного бумажного конденсатора. Нужно выпаять вот эту крышечку и выпотрошить все внутренности. Газовой горелочки у меня, к сожалению, нет. Зато есть газовая плита и бесплатный российский газ. Можно было бы сделать немножко иначе. Выпаять стеклянный изолятор, слить парафин и выпаять крышечку. Но мысля приходит опосля. Вот такая бяка. Корпус довольно прочный, стальной. С двух сторон покрыт слоем олова. Теперь эту крышечку нужно припаять. Вовнутрь дал немножко канифоли, поэтому дымит. В такой баклажке можно хранить не только масло. Теперь нужно быстренько изготовить недостающие детали. Переходничок с колпачком и заглушку.
впаяем. Можно было и не вытачивать эти детали, а просто припаять две гайки. Теперь берем немножко растворителя и удаляем канифоль, как внутри, так и снаружи. Из всех красителей серая краска самая прочная. Отлично держится без грунтовки. Вот что у нас получилось. Все взаимозаменяемо. Если кому-то было интересно, палец вверх. А пока, всем пока.